Приветствую, дорогие друзья! В сети ходит много информации о том, что Китай не уведомил мир об опасной эпидемии и ее масштабах. Как итог, ни одно государство не было готово к противостоянию с инфекцией. Группа по предотвращению эпидемии в провинции Хэбэй в очередной раз подтвердила сокрытие информации. В этот раз в качестве доказательства прикрепляется внутренний документ, который разрабатывался для городов и районов. Замалчивание информации производилось на 4 уровнях. Медицинский персонал занижал реальное число заболевших. В жилых сообществах фальсифицировались данные, чтобы получить статус микрорайона без эпидемии. Пациенты пытались лечиться дома, скрывая свои симптомы, чтобы не нести больших расходов на лечение. Органы власти обновляли информацию с задержкой с целью обеспечения нулевого роста. В раскрытом документе говорится, что чиновники должны объединить данные 4 уровней и провести анализ скрытой информации о пандемии. Чиновники Уханя и медицинский персонал не мог что-либо разглашать, так как для этого нужно было разрешение центральной власти. 15 января Цзя Яхуэй, замдиректора Национальной комиссии здравоохранения, выпустила запрет на диагностику пациентов в рамках провинции и городов, а также на распространение информации о первых случаях инфицирования. Диагностика должна была выполняться сперва китайским центром по контролю и профилактике заболеваний. Власти запретили людям даже обсуждать пандемию. Нельзя было фотографировать, копировать и хранить любую информацию о коронавирусе. За распространение данных даже в кругу семьи предусматривались наказания. Другие страны намеревались лично проверить обстановку в Ухане, но Китай запретил въезд. Все доказательства были уничтожены. Власти Поднебесной не подавляли вирус, зато активно вводили цензуру. Как итог, пострадало все человечество.